улице похолодало, славянцы начали отапливать свои дома дровами. Вокруг города вырубают леса. Люди безжалостно забирают жизнь, не думая о том, что они же и есть часть природы. Из-за того, что газ подорожал, украинцы вынуждены это делать даже незаконно. За последнее время тут вырублено более 5 миллионов кубометров леса. Если это так будет продолжаться, то есть большая вероятность, что начнется экологическая катастрофа. Пусть будет больше лесных зон, тогда и воздух будет чище, и наша жизнь ярче. Но журналистом я буду в будущем. А пока что я снимаю видео на свой канал. Всем привет!